Ребят, всех приветствую, ребят, на моем канале, ребят, реально. Здорово, Поехали, друзья! Музыку. Hellstore — это проверенный временем проект и то самое место, откуда твои друзья берут крутые скины из CSGO. Есть два режима. На одном пике точно. Коинфлип и рулетка. Собственно, игру в монетку ты можешь создать сам, нажав вот сюда и выбрав нужный скин. Либо можно поставить кого-нибудь на бабки и нажать «Войти» в одно из этих игр. Жмем, оформляем в кит скинчика и ожидаем. Ничего сложного. Наша монетка красная, ну а синий цвет бедолаги, который вот-вот останется без своей автоматической винтовки М4. Изи. Другой режим предельно прост. Заливаем скин и невероятным образом получаем процент выигрыша, с которым нам теперь жить следующие 9 секунд. Резко подольем еще скинчик и повысим наши шансы, чтобы обнести парней. Так, все, ждем. Ждем. Хорошо, хорошо. Тихо, тихо. Легчайшее. После того, как обобрал своих соперников, вот здесь нажимаешь кнопку «Вывод скинов». Он доступен в двух вариантах, ежедневный и моментальный. Ну и все просто, выбираешь, что хочешь вывести и жмешь «Получить». А если ты нажмешь плюсик рядом с аватаркой и ведешь здесь промокод Rewind, то ты получишь приятный бонус в 60 центов совершенно бесплатно. Блять, что-то у Кати здесь вообще, ребят, здесь как будто бомжи, бля, боролись нахуй. Вообще прям ужасно все. Тут повсюду еда, блять, вообще просто. Камера перевернута, все просто опуканное, бля, все в смегме, блять. Куски еды, бля, просто старые, блять, какие-то салфетки, бля, ебаный сыр, блять. Ебать, тут постримил, там постримил. Ну я, ребят, сейчас работаю, блядь, в двух направлениях, блядь. На два канала, ебать. Sound distortion, bro. Этот платье. А, там, подожди, там микрофон хуёвый, да, был? Все это время. Кать, ты вообще что не разбираешься в компьютерах, блядь? В смысле? Ёбаный рот, блядь. Кать, ты вообще не разбираешься в компьютерах? Все, все посыпалось, блядь. Ты что, опять пьяная, блядь? Опять нахуй под шафе, так сказать, блядь? Или что, ебать? Под шафе, ты не пьяная, ты чуть-чуть выпившая. Ну, блядь, так сказать, ну пока еще чуть-чуть выпившая, блядь. Что так, еще не вечер, как говорится. Как говорится, не конец стрима, да? Застегнешь? Застегнешь? Охуенное слово, блядь, новое изобретение, блядь. Сколковское, блядь. Будешь а где она? Ее нет, будешь, надо будет сделать. Охуеть, блядь, будешь фунчоза, блядь, будешь лобстеров, блядь. А? Блин, Слав, свином, ты мне раков обещал уже, я ни разу не попробовал. Рака, блядь, раки, блядь, там же где-то фунчоза, блядь, в пизде, блядь, когда ее просто не существует. Ну, Слав. Катя, пьяная, да естественно, блядь, было бы охуенно, если бы она не пьяная, блядь. Ее просто замочить надо. Кого мочить, осуждаем мочить кого-то. Фунчоза, Слав. Не надо, блядь, мы не будем трогать это. А сегнем платье? Раком обещал, бля. Достигнуть платье, бля, мочу в ухо, ебать, зарвем, я крепуш нахуй. И лобстеров бы я приняла, он мне, между прочим, обещал. Слав, я тебя жалко. Тебе все хорошо? Может, воды, Слав? Понимаю. Ебать, я здоровый, нахуй, бля. Ребят, всех приветствую, ребят, на моем канале, ребят, реально, да, пара, ебать здорово, реально, бля, ребята, какой бан, ебать, вы о чем, реально, я не понимаю, бля.
ребята, какой панта, я не понимаю, вы шо, ебать, долбоёбы реальные, бля, 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 бля. Ребята, какую, как тут такая гаца, ебать, ты не знаю, реально, бля, бля, пиздец, бля, реальный пиздец, ребят, бля, бля, бля. Ребят, всем ку, чатик, ку, реально, бля, до свидания всем, ебать, я пошел просто пизду нюхать бебру, реально, да, 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 да. А еще задержка? Да, 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 задержка, ребят, небольшая, реально. Я а, что-то, да, до сих пор... Короче, я не говорила ничего плохого, что вам послышалось. Это факт. Правильно, Слав? Конечно, конечно, блядь. А чё, ты что, успел еще в это ВК посидеть? Конечно, я уже везде посидел, ебать, я нахуй, бля, просто супер активный, бля. Ебать, я здоровая, ёбище, ёбаная, бля. Пафнутий, Рики Ди в чате вас заметил случайно, привет, буквально. Паш. А, не хотите ли пересечься прямо сейчас? У меня Катя на хайпе сейчас, и я в этот момент хочу отпраздновать этот момент вместе с вами, Павел. А потом Катя, естественно, к нам подтянется и откроет бутылочку шампанского, но уже в тот момент она будет просто в стелечку валяться бухущая, блядь. Паша, если вы куда-то поедете, поезжайте, пожалуйста, куда-нибудь, где можно поесть раков. Стой, ты имеешь в компьютерный клуб, что ли, дотеров, блядь? Да ведь чё, блин? Слав, ебать, а можешь... здоровый, блядь, нихуя себе, блядь. А где расческа? Да я не знаю, где это расческа. Ну хорошо, сделай мне расческу побыстрее. Ну давай, без проблем. Ебать, что за хуйня, блядь, реально. Ебать, что за, сука, веник, реально. Ты херел, сам двиник. Что ты за хуйня? Ты руки вытираешь? Да нет, какая-то медуза, реально. Медуза, мы друзья, медуза. Все, ваша прическа готова, бля, это был Барби Шоп, ебать, полковник Бустеренко, блядь, с вас 5000 рублей. Сходила в этот ваш барбершоп, не понял, за что 7000 отдал. Ребята, какой-то пан, блядь, вы о чем, я не понимаю, реально. Че? Какой, блядь, бан. Спасибо за оформление подписки, большое. Да это Катя, я, пусть это самый лучший сайт по открытию кейсов, Майка СГО, ребята. По промокоду. Да это я, блядь, у меня голос сел, долбоёбы, блядь. Смотрите, какая у меня клава красивая. Секс? Они сейчас все засрали. Ребят, сейчас попытаюсь реально отхаркаться. А нет, не все. Бля. Слав, может, я кому к шерсти застрял? Ну-ка, откажись. Постучи, постучи, блядь. Ой, блядь, ебать, тварь, блядь, что ты вытворяешь? Ну давай, сплёвывай. Блядь! Ух, блядь. Получилось? Фу, блядь. Ну все, слава. Ебать. Богу. Что это было, блядь? У меня, я говорю, у меня кого-то в горле что-то, блядь. Минус хребет пишет. Жесть какая-то. Ладно, не расстраивайся. Паша, просто это жесть. Что? Так, Слав, я говорю, если поедете куда-то, поезжайте раков есть. Да нахуй мне эти раки, ебаные. Слав, я хочу раков! Можно чипсов просто с раком съесть и все. Я не хочу чипсов. С раков. Я хочу именно... Тебя хочу, Слав. Молчит. Даже не заметил, что я сказала. Я тебе вообще-то... Слав, ты сейчас слышал, что я сказала? Слав, слышал, что я сказала тебе? Ты слышал, что я сказала? Я сказала... Ты слышал, что я сказала? Про себя я сказала. Чё? Сказала, что хочу. Хочешь меня? Ебать, да ну нахуй, реально, я ебал. Тогда вырубай это, ебаный стрелок. Да, ну ладно, ребят, всем пока. Какой-то у нас шоу талантов или что это? Это выступление Мистер Олимпия называется. Красуется, главное. Считай, что пишут. А? Пишут, что ты лучше, Слав.
что случилось, сладенькая моя маленькая девочка? Что случилось, родненькая? Я больше не верю тебе. Ну почему? Я же тебя люблю, реально. Потому что ты сегодня балбу бьешь. Да я не бью, блин, бью, ебать. Я не бью, дура, ебать. Я так ласкаю тебя вот так вот, как по пизде ладошкой. Мне нравится слов. Да я люблю тебя, дурочка, ты ебаная. Что такое, не понимаю. Писаться теперь буду. Ты знаешь, что поклони пить, ты что, писаться будет? Да это не удары, дура, это ласки мои, ласки, блин. Хочу писать, Слав. Перестань. Побереги мой лоб, он еще нужен будет. Он за нашу всю семью думает, единственный. Да, да хватит пиздить-то, реально, блядь. Кто ты думаешь, блядь? Ты пизденка думаешь, реально. Ля-ля-ля. Ладно, я поняла. Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it. Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go